Приветствую вас. Я бы разделил ваши проблемы на две составные части. Первая из которых я бы назвал отсутствие вопроса. То есть вы не задаете вопроса нам, психологам. Вот. Вы не ставите запрос, вот, что вы хотите от психолога, собственно говоря, что вам нужно от нас. Вы не ставите вопрос о том, чего хотите вы. То есть вы говорите о том, чего вы хотите, вы говорите, что хотите сказать и себе, и ему, и себе, и молодому человеку, что, значит, что он вам не нужен. Вот. Но при этом проблема в чем? В зацикленности, да? Ваша проблема. Зацикленностью. То есть вы на нем зациклены, на молодом человеке своем. То есть вы связываете с ним свои какие-то желания определенные. Вот. То есть свои какие-то потребности. Свои какие-то потребности вы напрямую увязываете с молодым человеком. И для себя вы не видите других возможностей, других путей, кроме как, будучи с этим мужчиной, их реализовать. Значит, сперва, для начала нужно определить, что это за потребности ваши, что они из себя представляют, ваши потребности, вот. Какие они, это первое, второе. В силу каких обстоятельств, в силу каких условий вы видите удовлетворение своих желаний только через нахождение с мужчиной в отношениях? То есть, как бы, аспект здесь такой, да, аспект здесь такой, что вы ограничиваете себя, ограничиваете свои желания, ограничиваете формы реализации, формы достижения своих желаний. Вот. И у этих ограничений есть свои субъективные причины. У этих ограничений есть свои субъективные моменты. Я полагаю, что эти моменты нужно выяснять ваши. Как правило, это запреты различного рода. Как правило, это проблемы различного рода, связанные с неуверенностью в себе, с
отсутствием значимости и так далее. То есть, по итогу, ситуация складывается так, что вы ограничиваете себя в достижении своих собственных потребностей. И эти ограничения, как правило, являются не вашими, то есть они являются не объективными, они являются скорее субъективными. Вот. Понимаете, какая история? И я полагаю, что именно данный аспект вам и нужно сделать центральным. И тогда проблема сместится с самого мужчины, молодого человека, да, на вас. То есть это будет ваша проблема, это будет ваша проблематика. Это будет что-то, связанное непосредственно с вами. И это что-то непосредственно связанное с вами, вы можете уже решать. И решать самостоятельно. Вот. Короче говоря, зацикленность – это следствие ваших определенных желаний, которые пока не были идентифицированы до конца. Вот. Соответственно, разбираться нужно именно в этом месте. Что касается локального вопроса, да, то есть, ну, того, что вы спрашиваете, то здесь, мне кажется, нет постановки вопроса, плюс вы еще пишете почему-то в спешке, то есть это тоже не совсем понятно, почему в спешке такой важный вопрос, или он для вас не важный, что вы пишете его в спешке, что нет возможности раскрыть побольше своей субъективной стороны в этом. То есть тут вот само отношение я бы тоже поисследовал. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.